Быть подростком совсем непросто, ведь порой кажется, что весь мир против тебя. Но знай, что на самом деле ты не одинок. Первая книжка почти инопланетянка. Индии де Жардан. София постоянно чувствует себя не в своей тарелке. Подростковая жизнь оказалась слишком тяжелой, а отношение матери невыносимым. Лучшая подружка влюбилась и, кажется, стала в 100 раз глупее. София чувствует себя самой неуклюжей девчонкой на свете. Может быть, она вообще не с этой планеты? Вторая история «Белая сова» Елены Мамонтовой. Никто не сочувствует жертве школьной травли так, как человек, который сам пережил подобное. Ирина узнает, что ее сын Ваня унижает одноклассника Юру. Она хочет помочь мальчику, но боится разрушить отношения с сыном. Это сложно. Неожиданно в дело вмешивается залетевшая в школьный двор сова, на которую открыли охоту городские вороны. И третья книжка «Родинка на щеке» Дмитрия Сироткина. Девятиклассник Митя влюбляется в Наташу из параллельного класса и посвящает ей стихи. Не выдержав угроз со стороны Наташиных поклонников и насмешек одноклассников, Митя попадает в больницу. По совету врача он начинает вести дневник, в котором рассказывает о своей жизни. Митя размышляет, задает себе взрослые вопросы и пытается найти на них честные ответы.